В пятницу в Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью местами по Брестской и Гродненской областям, днем и в отдельных районах Гомельской области пройдут небольшие дожди. Напомнят о себе грозы. Ветер неустойчивый, слабый, 3-8 метров в секунду, во время осадков порывистый. Атмосферное давление будет расти. Минимальная температура воздуха в темное время суток составит плюс 8, максимальная в светлое время плюс 28 градусов. Вася, узнай, почем сейчас мясо, именно шея. Мы едем на шашлыки. В Синёкую возвращается жара. Синоптики обещают ясную и сухую погоду. Можно строить планы на выходные. При этом на улице лучше всего появляться в солнечных очках и головных уборах. Во время отдыха не стоит пренебрегать и правилами безопасности. Ограждать место для костра, иметь под рукой воду, убирать за собой. Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло у берегов Панамы. Эпицентр подземных толчков располагался в 70 километрах к юго-западу от города Рио-Гранде. Очаг сейсмического события залегал на глубине 5,7 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Иран затопили проливные дожди. Наводнения в десятках городов и деревень провинции Ардебиль вынудили многие семьи покинуть свои дома. Повреждены дороги, электро- и телекоммуникационные сети. Два человека пропали без вести, ведутся поиски. Завтра в Бобруйске будет преимущественно ясная погода. Лишь днем на небе могут появиться облака. К вечеру от них не останется и следа. Ветер северный, скорость 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Днем воздух прогреется до 25 тепла, ночью столбик термометра опустится до 12 градусов со знаком плюс. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.